Всем привет, с вами Лев, и сегодня я продолжаю новогодние мини-игры, и сейчас, как я вам и обещал, я буду играть в Santa Size, да, в принципе, я думаю, то, что получится очень интересно, потому что, во-первых, я не играл в этом году вообще ни разу в него специально, то есть, чтобы не знать вообще, что там будет, то есть, это первый дубль, я как бы сейчас буду играть, да, пробовать. Окей, первое задание, и что? Так, выпить. Пополните здоровье до максимума. Окей. Едим, едим. И регенерацию. Так, тихо, есть. Все, погнали, погнали, давай. А где регенерация? Меня подставили, ребят. Я не могу восстановиться. Ладно, я ничего не получил. С платформы прыгаем, да. Но такое есть просто в Hypixel Size. То есть, когда он не новогодний, а просто. Первое место. Нифига себе, железную руду. Четко, сейчас все будет. Все, первое место опять. Это легкотня. Да, легкотня, окей. Встаньте на булыжник. Ой, ёпта, он зеленеет, не надо. Замшелый булыжник нам как раз нельзя на нем стоять. В смысле? Ой. Фух, не провалил я игру. А кто-то уже провалил, окей. Смотрю на небо. Четко. Смотрю. Четко. А, я дурачок. Все, тоже первое место. Да что такая легкотня, блин, я с первого раза зашел сюда. Нифига себе. Так. Дать игроку... Подарок дай! О, я завершил. Хоть и не первый, но все-таки... Я просто паникую. Я очень сильно паникую в этом плане. Давай, давай, давай. Так, надеюсь, вы хоть что-то понимаете, потому что я что-то тут... Забейте на центр, оп, 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 е-бой. Опять первое место, да нифига себе, я просто, я даже, знаете, я как бы стараюсь, но мне кажется то, что я не особо, ну, не особо круто это делаю. А в итоге я, видите, уже по очкам на первом месте. Это даже легче, чем Гринч-симулятор, там действительно паникуешь. Все, неплохо. Неплохо. Уголь надо было выкинуть. Блин, я в эту игру не снимал уже 2 года. Я всего лишь одно видео по этой мини-игре записывал. Да, но это было не Santa Size, это был Hypixel Size. Так, теперь на дерево надо. Ну нифига себе, блин. Украшаем дерево немножечко золотом, окей. Так, я первое место занял. Просто спокойно, с первого дубля, ребят. Просто, легкотня. Да, просто, давайте сразу ко второй выкаточке. В принципе, набираются быстро игроки, поэтому, наверное, я даже особо не буду здесь монтажить. Я думаю, в катке с 3 сегодня мы сыграем, да? Ну и, в принципе, как-то так, да. Блин, я на самом деле сейчас такие, типа, мини-игры записываю, да? Но скоро я собираюсь записывать новый летсплей, там, карты, ну, как обычно, собственно, да. Это пока что, так сказать, новогодние мини-игры. Я решил их уже, наконец-то, записать спустя долгое время. Я ж на льду стоял. Где бабушка? Бабушка, бабушка, цветочек нужен бабушке, ведьме этой. Так, все отлично. Так, давай. Да смотрю, смотрю на твою голову. Отлично. Создайте сундук. Я создал. Второе место, неплохо. Так, я по очкам догоняю. Да, на втором месте, окей. Блин, я же не знаю английский, ты что так меня пугаешь? Это скорость была. Так. Дальше. Опять. Все, первое место, неплохо. Не, ну я думаю то, что и здесь либо второе, либо первое место будет. Ай. Нормально. Блин, как-то все так простенько. Железные поножи. О, я опять первый, да, ребят. Я просто король этой мини-игры, знаете. Станьте на блузник. Ну окей, это не очень хорошая мини-игра. Не надо. Есть. Удайте игрока. Ай, блин, мне показалось, что рыба. Блин, обидно. Да иди ты. Ладно. На-на-на, да стой на месте. О, я опять первый закончил. Не, ладно, что я паникую. Я на первом месте, спокойненько. Уже 12-я игра идет. Давай, давай. Третье место, неплохо. Неплохо, неплохо. Так. И сияющий... а что? Сияющий красный нос. Ну, я поздно закончил, ладно. Сколько сможете? Хорошо, я хочу подарки.
Я хочу подарок, я хочу украшения. И вроде у меня это получилось. Так, съешьте, едим, едим. И съел, опять первое место. Ребят, просто король мини-игры. Мне даже, я особо даже не стараюсь, если честно. Да, то есть, ну, нет, ладно, это я на самом деле вру, я на самом деле стараюсь. Ну, как бы, мне казалось, то, что это будет сложнее, но, как бы, ребята, я просто король этой игры, да. И, как бы, это достаточно круто, да. Насчет видео, я сейчас, ну, немножечко так стараюсь. Я не скажу то, что я прям сильно стараюсь записывать часто видео сейчас, но, как бы, как могу, пока стараюсь, да. Как выходит, да. Выходит пока не особо, ну, как бы, вроде пока раз в две недели выпускаю. А, сюда надо было, блин, чтоб тебя. Я гениален, я, блин, на снегу хотел дерево вырастить. Это, блин, гениально, да. Так, я вроде ударил, да? Яйцо надо побить. А где яйцо, яйцо? Я не понял. Опять на голову надо посмотреть. Четко, четко. Так, ай-яй-яй, блин, опять я не на того нажал. А, я убил курицу, что ли? Ничего не понял. Где зомбяна грёбаная? Есть. Я что-то успел. Неплохо. Так, третье место, неплохо. Так, опять едим. Слушайте, а я тут, кстати, проигрываю. Так, вот это уже поинтереснее. О, мумо, нифига себе. Аж, блин, 2018 вспомнил, блин. Да. Зато короны не было. Так, все, отлично. Иди сюда. Я кого-нибудь скину 100% или нет? Нет. Прекрасно. Постройте снеговика, ну это я умею. А, я уж подумал то, что я его не построил. Как-то странно получилось, ладно. Да сел я. Нормально, а тут все сесть могут. В чем проблема-то? Тут на всех места хватает. Тут только если в АФК... Я что-то не понял. Я же на вагонетке сидел. Кожаный. Первое место. Но я думаю то, что я на месте втором останусь. Но как бы это уже не первое. Да, видите, не все так просто в этой катке оказалось. А то я говорил то, что я типа крутой, типа сейчас везде затащу. Ага, конечно, блин. Не умрите, я не умру, надеюсь. Надеюсь. Нет! Нет! Тихо, полегче. С этими мини-играми. Так, у меня второе место, да? Но, в принципе, вот как-то так выходит все. Как мне кажется, это самая легкая мини-игра для записи. Потому что я просто сел с первого дубля, спокойно записываю. Это уже у нас получается третья или четвертая катка. Я уже запутался, блин. Так, отлично. Четвертая, по-моему. А, слизни. Блин, я вообще читать не умею или что? Я что-то на надписи почти не смотрю, ладно. Потому что я угадываю задание. Я как бы уже понимаю все, я вижу уже. То, что вот, например, надо поставить блок. Я беру и ставлю. Смотрю я. Так, вот это интересно. Но это какие-то... Это обычный Hypixel Size, как будто бы. А не Santa Size. Потому что здесь ничего зимнего особо и нету. Так, бабушка. Я первый, четко. Никто никогда не приносил мне цветов. А тут, блин, сразу 20 человек принесло. Да, неожиданно. Так, я уже понял то, что сначала надо зельку. О, за 7 дней 40 тысяч забанили. Нифига себе. Так, это прикольно, игроков банят. Убить овца, ну убил, неплохо. Как же все быстро. Прям моментально игра заканчивается. Это прям, ну, жесть. Паркурить, видимо, я умею. С этими паркур-картами, блин, научился паркурить. Теперь первые места занимаю, вообще. Так, отлично. Я догадался, то, что пластинку надо засунуть. Стойте на льду. Я стою, а, не стой. Дурачок, блин. Я не умею читать. Я второй раз это задание провалил уже. Так, а как, а чем его снимают? Молоком же, точно, я вообще забыл уже. Майнкрафт не играл, видимо, 20 лет, блин. Так, отлично, все, иди сюда. Опа, и... Опять первое место, да как так-то, блин, вообще? Че это такое, типа, профессионал, блин? Опять не умеете, окей. Окей, оу-оу-оу. Тут только новогодняя музыка и снег. Вот здесь, вместо травы. И все, это единственное изменение, которое я замечаю пока. Упадите, ну упадите, это было. Падаю, но я уже не первый точно. Третий, хорошо. И последняя сейчас игра. Так, отлично, постройте снеговика. Ну это будет сложно, очень, да.
Мне кажется, это одна из самых легких мини-игр для записи, как я уже говорил. То есть она и для записи, и сама она очень быстро проходит. То есть я в эту игру просто поиграл, наверное, ну минут за 10, наверное, эти 4 катки сыграл. Потому что действительно все быстро происходит, да. Возможно, даже сейчас я еще поиграю, да. В принципе, ну, такая бонусная каточка, да. Потому что, ну, очень, как бы, мало вообще получилось. Я думаю, то, что видео получится минут на 8, да. Я, как бы, хочу, чтобы хотя бы каток было более-менее. Это что такое? Фига себе. Это что, кто, агенты, блин? Пришли. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Ну, я думаю, то, что я здесь места не займу, потому что я бью по игрокам, а не по траве. Ты издеваешься? Ой, лоханулся. Так, оп-оп. А я первый. Второй, ну ладно. Блин, я умею паркурить, в отличие от них, потому что я проходил паркурках, а они нет. Да. Стрелять в себя умею. Это я умею точно, да. Я могу в других еще пострелять. Так, отлично. Вырастите дерево. Я наконец-то научился его выращивать не на снегу, а на земле. Да, прекрасно. Но к чему здесь дерево? Была бы ель какая-нибудь. Было бы логично. Так. Опа, есть. Здорово, ёпта. Мой охранник. Он, хотя тут другая охрана, ну ладно. Так, подарки. Откройте. Ну я же открыл или нет? Я открыл? Сейчас узнаем, в принципе. Да? Давайте я других потушу. Я добрый сегодня. Отушись ты! Отлично. Так, слаймы. Это интересно. Так. Блин, здесь бы какие-нибудь, типа, зарубы, какие-нибудь там, не знаю, столкните друг друга. Тут, по-моему, есть такие задания, но просто они сегодня не попадаются почему-то. Да. От зомби надо убежать. Ну, как от АНТ, в принципе. Что-то игроки какие-то медленные. Я тут пытаюсь, как бы, все очень быстро делать, и у меня, видимо, это получается. Тихо. Тихо, не надо. Есть. Тихо, ебок. На Стива посмотрю. Так. Алмазная кирка. Что такое алмазная кирка? Не знаю, такое. Оп. И у меня unbreaking. Блин, я ненавижу это зачарование, блин. Это же, по-моему, прочность. Если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Но я закончил, окей. Это у нас предпоследняя игра. Все так быстро происходит. Мне кажется, игра происходит, наверное, минуты две, наверное. Да. Так, ну все, первое место, просто, спокойно, да. Эта игра мне намного легче далась, чем Glitch Simulator. Намного легче, потому что здесь я спокойно взял, записал с первого дубля, до такого очень давно не было, если честно. Хотя, в принципе, последние ролики записываются легче, чем прошлые, я не знаю, с чем это связано. Как бы, да, я мини-игры записывал, то есть это уже вторая мини-игра. Но, как бы, не знаю, ну, как-то это, наоборот, хорошо то, что их легче записываешь, то есть, в плане именно записи, то есть, я, как бы, включаю запись, начинаю говорить, очень часто я начинаю там как-то неправильно говорить и так далее, ну, то есть, как-то, вот, короче, как-то плохо, блин, да, ну, и как сейчас, в принципе. Ну, что ж, всем спасибо, пока-пока. И удачи. Надеюсь, вам это видео понравилось. И ждите сборку, ждите другие видео. Ну и, в принципе, всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Пока.